Оказывается, Эстония богата не только болотами и озерами, но и метеоритными кратерами. Кроме самого известного кратера Кали на острове Сарема, еще известны кратер Кярдла, кратеры Илуметса, Цирик Мяги, Нойгрунд, самый большой метеоритный кратер в Эстонии, который находится на дне Балтийского моря. Ну а самый маленький и самый молодой метеоритный кратер Эстонии находится в Симуне. Сегодня мы отправились к кратеру Илуметса. Смотрим!